Школьники из Бурятии на всероссийских олимпиадах редко когда добиваются успехов. Только единицам под силу стать лучшими в России. Особенно страдают точные науки. По математике призеров не было уже 15 лет. В последние годы практически Бурятия представляет, представителей Бурятии очень мало. В основном по гуманитарным наукам, по точным наукам практически нет. И если отметить, что если гуманитарные науки как-то еще занимают какие-то призовые места, то по математике таких успехов нет, начиная с 2003 года. И практически наши ребята не участвуют, видимо, в олимпиадах по информатике. На Всероссийской олимпиаде в этом году Бурятию представляли всего лишь 7 учеников. Эксперты на круглом столе предложили именно этот показатель сделать основным и не ограничиваться внутренними дипломами, порой совсем себя не оправдывающими. Измерять успешность нашей работы имеет смысл не региональными дипломами, розданными своим же детям внутри республики, которые потом не показывают никаких результатов на федеральном уровне, а именно количеством дипломов с внешних и авторитетных олимпиад. Еще одна проблема, когда успешные школьники, добившись результатов, сразу покидают Бурятию. Примеров множество. Когда на олимпиаде после награждения дети получали приглашение из столичных городов и уезжали прославлять чужие школы. Для улучшения ситуации планируется сотрудничество с Московским физико-техническим институтом в сфере олимпиадного движения по математике и информатике. Крайне важно для того, чтобы развивался хорошо регион, для того, чтобы в нем была сильная школа, для того, чтобы потом эти школьники оставались в регионе или, может быть, уезжали, ну что ж поделать, иногда такое случается. Вот. Необходимо, чтобы здесь, в этом регионе, существовала действительно серьезная точка роста, и эту точку роста необходимо поддерживать. Для решения ситуации планируется увеличение финансирования олимпиадного движения в Бурятии, создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, а также обеспечить грантовую поддержку в области олимпиадного движения. Справедливости ради нужно отметить, что в последние 2 учебных года на всероссийских олимпиадах от Бурятии было 4 призера. 2 по физкультуре и по 1 разу по китайскому и английскому языкам. Саднам Ирдынеев, Андрей Дармаев. Новости дня.